Вот так Кристина выбирает, что будет есть. Что-то постное. Я тоже что-то не стал много брать, постное взял себе. Это вид из окна. Сейчас девочка обещала узнать, в Бутрике нету ли там ничего. Могут они не ложить что-то там, сыр или что? Мне вот понравилось, если хочу попробовать вот эти, она показала. Спруц? Да. А, ты же сказала, что спруц, это капуста. Это нет, это эти стручки. То, аспарагус. Да? Просто спруц, это вот эти. Запеченная какая-то свекла, и тут какие-то золотистая свекла, красная свекла, арахис какая-то. Ну, видишь, она пробовала. Орешки. И она может сладкая, скорее всего, как обычно. Снимаю. Какая-то свекла оранжевая, непонятно. Маринованный лучок. А что так? Я не даю свой свиноланч. Да кто это надела? Говорю, Кристина, бери, ешь. Уже помогай, бери. Там он снял ложку. Тут спас сбоку. Это здание. Там конюшня. Кони ходят. В бассейне расслабимся. Пораньше нам. Да вон лошади гуляют. Да, интересно. А вот это что за здание? А, слушай, там этот... Бассейн? Бассейн, да, причем наружный, ну, уличный. О. Вот о, мы туда и пойдем. Тут нам мира, получается, можно тут жить. Там вот
где-то, где-то мы там, наверное, вот в этом домике мы же в этом кафе были. Ели вот там. Ну да. Это какая-то детская площадка. А интересно, где тут это озеро? Вот такой, вот. А, ну да, точно. Что мы только не сделаем. Куда пошел? Снеговика светили. Где? А, да его не видно. Стрел лошадей сколько там на поле. Ага. Чуди, спросить, можно кататься? Да, наверное, холодно сейчас кататься на лошадях, да? Да ладно. А, ну это получается загон, что ли? Ну что да, ли? Да. Вот так вот, вон там забор пошел. Ага. Небо такое яркое. Ты что, думаешь, холодно на лошадях ходить? Да я не знаю. Где тут озеро? Да оно замерзшее, далеко. Да? Не, оно далеко туда. Сейчас мы тогда как пойдем вообще, там как закиснем, скажи. Прям так, сейчас разбуемся. Лошадь. Я думала, можно, как мы тогда на... По лесу? Да, по лесу. А тут, наверное, на тачке. Вот, смотри, тут сколько навоз. Тёщки бы в огород, смотри. Все поле завалит. Ну что, хочешь... А, там нельзя выйти, да? Круг надо, наверное, делать. Пойти быстрее, что там в центре. Да, это если тут вот под забором пройти. Не, ну ладно. Почему некоторые все гуляют, а этих отделили? Не знаю. Потому что те сделали уроки и гуляют спокойно. Видела, он опять залезла? Ну типа. Какой-то хорёк живёт. Давай постоим молча.
хата мокрая. Ага. Так слышно губами шлёпает. Может, по башке так что. Да? Дай бог чем-то отравится, да. Да, у нас же муж ему ничего не даем. Ну такая пальцы у тебя. Кто там идет? Сашка. Иди посмотри, кто это. Только один желток. А у них как, смотри, как зимний подкушек. Наверное. Ну так поэтому же эти хорьки эти лазят, потому что тырят, скорее всего. Его голова мокрая. Да не это у меня. Теплая.
все, тут уже побыще поле. Угу. Да пошли, ладно. Классный такой, да? Едем домой. Сейчас поедем домой, да. Здесь вон центральный вход. Это вот такое здание. Их тут несколько, набор зданий стоят. Это вход центральный. Там вон такие вот домики, там можно в гостинице жить, вот тут номера. Типа избушки такие. А либо вот в тех избушках, да. Там вон поле для гольфа есть. Летом можно играть. Ну, а для экстремалов и зимой можно. Ну, да. Ну, вот эти, скажи, вот номера. Ну, а это, да, то, видимо, какие-то подороже, а это обычные, как номера, как гостиничные. Тут нужно отдельно домик снять, а отдельно. У тебя там прикольно, там, видимо, открытая терраса, кушать. Ну, да. Ресторан.